Всем привет! Hello everyone! Добро пожаловать на мой влог. Welcome to my vlog. Сейчас мы находимся на острове Manitoulin. Right now we're on Manitoulin Island. Это крупнейший пресноводный остров в мире. This is the largest freshwater island in the whole world. We're on Fossil Hill right now. Сейчас мы на горе фасилий, ископаемых. И будем искать разные ископаемые в камнях. And we're gonna look for different fossils in the rocks. И тут есть разные маленькие существа, которые жили 400 миллионов лет назад на этом острове. We're gonna try to find fossils that lived 400 million years ago on this island. This whole island actually was underwater 400 million years ago. 400 миллионов лет назад весь этот остров был покрыт водой и был частью океана Атлантического. And it was a part of the Atlantic Ocean. Здесь камни слоеные. The rocks here are layered. Эти камни очень сильно отличаются этим, чем у нас, где мы живем, не на острове. They're very different from the rocks that we have where we live, because they're layered, потому что они слоеные. And that's where you can find all the fossils. Вот здесь можно найти все ископаемые в этих камнях. Даже рядом с дорогой, even by the road, можно взять камень, you could just pick up a rock, и там будет ископаемое, and you can have a fossil in it. Это очень интересно, it's so interesting, и мы вам сегодня все покажем, we're gonna show you everything today. Пошли, пойдемте посмотрим. Let's go see. Мы добрались до тропинки Fossil Trail, то есть называется гора фасилий и ископаемых, но мы нашли именно тропинку, которую люди проходят, чтобы искать fossils. We found the Fossil Trail on the Fossil Hill, и тут уже видно, что это все ископаемое. You can already see that this is all fossils. Посмотрите, look at this. Это точно что-то. That was definitely something. Вот здесь еще есть разные бугорочки, like little bumps and stuff. Но я знаю, что мы можем найти лучше. I know we can find better. Нам нужно просто еще поискать. We just got here, so we have to keep on looking and we'll find better ones. Я пытаюсь вам найти хороший пример. I'm trying to find you guys a good specimen of a fossil, чтобы показать. And I found this so far. Пока что нашла этот. Посмотрите, вот, you can see a little shell. Видите маленькую ракушку? Не полная, it's not a full one, но все равно видно. Isn't that cool? Прикольно же. И это существо, that little shell, lived 400 million years ago on this island. Оно было живое 400 миллионов лет назад. Little thing. Это a spine of some animal underwater. Это, наверное, you could see very well, очень хорошо видно. Это, наверное, позвоночник какого-то животного, какого-то существа с под водой, который был. That's probably the spine of a little creature. Я пытаюсь найти еще примеры, I'm trying to find more examples, но их найти сложно, it's hard to find them. Нужно все хорошо рассматривать, you have to look at everything carefully. И убедиться, что там ничего нету, like make sure there's nothing on it before you throw it away. Пока ты не выбросишь, нужно убедиться, что там ничего нету. Ну что, идем искать дальше, let's go look for some more. Мы смотрели все эти камни, we looked at all these rocks, кажется, будто тут так много, there's like so many, но на самом деле нет, but actually no, we couldn't find any fossil that was very clearly defined, мы не могли найти ни одно ископаемое, фасилии в камне, который хорошо выглядит и прям видно его очень хорошо, so we have to go and look by the highway, мы пойдем посмотрим у шоссе, потому что раньше мы там находили больше, because last time we found many more by the highway than over here. Но это должна быть самая главная тропинка с ископаемыми. This is supposed to be the fossil, the main fossil trail. So we were trying to find them. Мы пытались найти, но не можем, but we can't. Мы добрались до шоссе, we finally got to the highway. Я надеюсь, меня машина не собьет, I hope a car doesn't come and hit me. Но вот все эти камни, these are all the rocks, в которые мы будем смотреть, если там фасилии, разные ископаемые. We're gonna look for fossils in these rocks. Рядом со всем шоссе, along the whole highway, есть все эти камни, there's a bunch of these fossils. Поэтому будем искать, we're gonna go look for them. Посмотрите, что я нашла, look what I found, вот в тени хорошо видно, you could see it in the shade better. Это спина, это позвоночник, some kind of creature, какого-то существа. Вот, видите, you can see it
perfectly defined вот в камне, in the bedrock. Вообще, по сути, весь этот остров, basically this whole island is a huge fossil. Это и есть ископаемое. Одно огромное ископаемое, потому что тут все было под водой. Everything on this island was underwater. Вот, смотрите, это позвоночник еще какой-то рыбы. That's a spine of some kind of fish, или тоже какого-то существа. Another creature. Смотрите, что нашел мой папа. Look what my dad found. It's in the bedrock. Оно в самом большом камне. Это точно ископаемое какое-то. It's definitely some kind of fossil. Но мы не знаем, что именно. But we don't know what exactly. We found honeycomb coral. Мы нашли коралл, как мед, как пчелиные соты. Коралл, как пчелиные соты. That's a very ancient fossil. Это очень древнее ископаемое. И оно прямо тут в этом камне. Вот можете потрогать. You can feel it. Так прикольно. Это сложнее, чем я думала. It's harder than I thought it would be. Мы долго искали, we were looking for fossils for a long time, очень долго, и наконец-то нашли хороший пример, we finally found a good example. Посмотрите, look at that. Все прекрасно видно, you can see everything clearly. It's a vertebrae, vertebrae. Это позвоночник какого-то существа. Вот видно прям кость, you can just see the bone, это все кость, it's all bone. И ему 400 миллионов лет, it's 400 million years old. И рядом тоже много чего можно посмотреть. Around it you can see many more things. Вот coral, more right here that you can see better, тут лучше видно. Вау, ну это круто, конечно, that's very cool. Жалко же домой нельзя взять, too bad we can't take it home. Вот, пожалуйста, here you go, это доказательство того, что этот остров был под водой 400 миллионов лет назад и был частью океана. This is the proof that this island was underwater and a part of the Atlantic Ocean 400 million years ago. Посмотрите, that's proof right there, это доказательство, вы сами видите, you see it yourself. Тут все камни ископаемые, all these rocks are fossils, all the bedrock, the little rocks, the little shells, маленькие ракушки, тут все. Смотрите, что мы еще нашли. Look what else we found. Это целая стена. This is a whole wall full of tiny, tiny little shells. Маленьких ракушек. Кругленькие. The little circle shells. Я думаю, что это маленькие shells. Маленькие ракушки, но это не точно.
Я надеюсь, вам понравилась моя охота за ископаемым и разными фасилиями. I hope you guys enjoyed my fossil hunt today на острове Manitoulin on Manitoulin Island. Здесь еще много чего можно снять. We can film so many more videos here, поэтому ждите, so stay tuned. You guys should tell me if you've ever found fossils before. Скажите мне, ребята, если вы находили где-то разные фасилии, ископаемые, существа такие вот каменные. I'm interested, мне интересно знать, so let me know in the comments, напишите мне в комментариях. И где, and where did you find them? Надеюсь, вам понравилось это видео. I hope you enjoyed this video. Спасибо за просмотр. Thank you for watching. Всем пока. Bye.